Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Як завжди, в цей час говоримо про актуальні події. Зокрема, говоримо про події спортивні, про футбол. А якщо точніше, про посткарантинний футбол. І будемо розмовляти про це з моїм колегою та другом, футбольним оглядачем, ведучим популярного шоу та то таке Михайло Співаковським. Михайло, добрий вечір. Леді джентльмени нашого городі, всіх привітаю. Отже, посткарантинний футбол – така незвична штука, відверто, для всього світу, для України. Як ти, Михайло, і твої колеги дивились на футбол ось в липні, який мав гратися в березні, в квітні? Ну, незвично було без полівальників, а якість футболу? Ты так сказал, сейчас я прям задумался сам. Посткарантинный футбол, это какой-то другой вид спорта, да, получается уже. Я тебе скажу спасибо, что он есть, спасибо, что живой. Вот этот футбол наш украинский. Ну, я думаю, что зрители нашего YouTube-канала знают, что мы как-то делаем упор больше на украинский футбол. Неблагодарную такую стезю мы себе выбрали, да. Ковыряемся, пытаемся эти бриллианты в разных субстанциях откапывать. Ну, есть, конечно, своя специфика, это понятное дело, потому что пандемия разделила футбол, тут даже как бы не на до и после, получается, что межсезонье продлилось фактически на 3 месяца дольше, и я думаю, что команды, которые форсировали подготовку к мартовскому периоду, они, ну, я не знаю, как они там тренировались с какими-то отдельными группами, как-то по скайпу, но, конечно же, сказывается. Я скажу, что для УПЛ, вот если мы не берем в расчет отсутствие зрителей, то зрелищность матчей заметно выросла. Результативность выросла, причем на порядок выросла. Но это все равно, что сравнивать какие-то чемпионаты мира 90-х годов и чемпионаты мира там 60-х. Понимаешь, это просто начался какой-то божественный рок-н-ролл. По 3 с лишним, 3,5 гола за игру, в каждом матче удаление, в каждом матче пенальти, почти в каждом матче просмотры ВАР, там, где есть система, позволяющая эти просмотры осуществлять. Физическое состояние команд, конечно же, не на высшем уровне, зато сбылась мечта тех специалистов, которые ратовали за глобальные изменения в правилах футбола, ну, допустим, увеличение количества замен. Эта штука, мне кажется, очень сильно изменила футбол, причем в лучшую сторону, потому что когда тренер знает, что он во втором тайме или вообще в целом по ходу матча может выпустить 5 свежих игроков, ну, это просто какой-то футбольный менеджер моей мечты. Ну, болевальники есть такие, когда с дивана, да, по той бік телебачення там рекомендують, там міняє всю команду. Ну, половину команди точно зможемо не змінити. А деякі європейські чемпіонати вирішили взагалі не догравати. Знаємо там приклади там Нідерландів, Франції. Те, що Україна все ж таки дограла першість, це безумовно плюс, чи потрібно було все ж таки ставити там хрестик і спочатку? Я вот очень не люблю, знаешь, ввязываться в какие-то вопросы, которые вне моей компетенции. То есть я имею в виду, то есть у нас, наверное, на нашей планете очень немногое количество людей, которые могут на 100% объяснить все происходящее сейчас на этой самой планете. Да, и я стараюсь вот в это не лезть. Вот моя тема — это футбол, я очень счастлив, потому что мы на карантине, конечно, тоже там встречались с моим коллегой, 90% времени проводили там в масках и постоянно пшикались антисептиками, но нам хотелось уже живого футбола. Ну, бог с ним, пусть зритель сидит в первом ряду на диване около телевизора с попкорном или с яичницей, но пусть он смотрит футбол и украинский футбол. Тем более, что у нас в УПЛ было все очень весело, мне кажется. И продолжает так быть. Ми побачили таку цікаву розв'язку в прем'єр-лізі. Спочатку «Динамо» впевнено, київське «Динамо» займало там другу позицію. Потім вийшло так, що «Динамо» вже не потрапляло в кваліфікацію Ліги чемпіонів. І все ж таки «Динамо» там зіграє. Зіграє там з новим тренером, який нещодавно відзначив ювілей, 75 років, Мірча Луческу в «Динамо». Це на що, Михайло? Шок. Это шок, конечно, и, как говорится, никто не напишет сценарий лучше, чем сама жизнь. Потому что когда, ну, я вот даже просто скажу про себя, что была информация в тот день, когда его назначили, и даже за день, что разглядывается очень серьезная эта кандидатура, ну, никто не поверил. Мы не поверили настолько, что мы даже не потрудились какую-то новость опубликовать. Ну, потому что и источника было недостаточно. То есть это, знаешь, как в театре у нас «Черный квадрат», говорят, ну, хорошая история, прикольные персонажи, хочется за них переживать, но чем будем удивлять зрителя? Вот появление Луческу – это именно то, я думаю, удивить сильнее было невозможно. У нас один мой знакомый футбольный человек произнес такую, я тоже вне политики стараюсь, так насколько я могу держаться, по крайней мере, активный, но сильная метафора, он сказал, я бы удивился сильнее, если бы следующим президентом Украины стал Путин. Вот просто, чтобы вы понимали уровень шока для футбольных болельщиков. Я думаю, что это прям
all-in со стороны тех, кто знает покер, понимают, о чем я говорю, это all-in со стороны президента киевского «Динамо». Это прям, он очень жестко разорвал этот порочный круг «Динамовский сердец». Это максимально такой эпатажный ход. Но если говорить о футбольной стороне вопроса, то я думаю, что будет очень непросто Луческу. Потому что футболисты, которые есть сейчас у «Динамо», это антиподы того футбола, который Луческу проповедовал в «Шахтере». И я хорошего мнения о нем как о тренере, он, безусловно, очень опытный специалист. Но я не очень уверен, что он может построить какой-то футбол, вот такой зрелищный, комбинационный, позиционный футбол с теми игроками. Хотя это хорошие игроки, на самом деле, которые есть у «Динамо». Просто времени очень мало. И возможности для усиления состава не очень большие. И времени, ну вот эти два фактора, они очень сильно влияют на него, я думаю. Багато колег, і в тому числі там, моїх з інших країн, вони здивовані, чому саме 75-річний, при всій повазі, спеціаліст очолить динамівську команду. Невже не було інших варіантів, там, можливо, дещо там помолодше тренерів? Питаю тебе, Михайло, як одного з головних інсайдерів в українському футболі. «Динамо» – дуже специфічний клуб. Там не готовы рассматривать определенные контингенты тренеров вообще. Скажем, Роман Григорчук, когда мы брали интервью Игоря Суркиса, у нас там был же какой-то еще такой, скажем так, бэкстейджевый период общения, и ну, мы общались по поводу многих специалистов. Я ему сказал, что честно, сказал ему в глаза, в лицо, что «Игорь Михайлович, у вас был тренер, которого вы могли взять два раза, который не просил бы много денег, этого тренера знают все футболисты, этого тренера любят все футболисты «Динамо», он с ними работал со всей молодой порослью». Это Висенте Гомес, то есть это представитель баскской школы тренеров, это очень сильный тренер, и я получил ответ, что да мы вообще думали, что он как бы не главный тренер, это такой как бы второй тренер, мы не думали, что он это, а он это умеет действительно. Ну, я говорю, пожалуйста, посмотрите матчи «Олимпика», посмотрите, что человек с худшей по составу команды премьер-лиги, в какой футбол он играл, он там фрагментами просто загонял за бессарабские ворота любую команду уровня «Зари» или даже «Десны». К сожалению, ну, на мой взгляд, к сожалению, этот тренер уехал, он сейчас будет работать в Баку. Это если говорить о том, кого бы я порекомендовал. По поводу Григорчука, это мое мнение, он, безусловно, дорос, он хочет этого, он хочет работать с командой уровня Лиги Чемпионов или со сборной сильной. И у Григорчука, если очень емко, есть свои очень серьезные плюсы. Первое, это тренер, который все время развивается. Он живет футболом. Я не хочу там сказать, что он как Гвардиола отводит только 32 минуты в день не на футбол, но я думаю, этого времени у него немного больше. Это тренер, который со всеми командами выжимал максимальный результат, просто пропихивая их сквозь раунды не Кубка Украины, как Юрий Максимов, при всем к нему уважению, а это были Еврокубки. Это был тренер, который, как все помнят, доводил Черноморец, ну, при не топовом составе до плей-офф Лиги Европы. Плюс это тренер, который умеет, я думаю, жестко разговаривать с футболистами, а в «Динамо» иначе, наверное, нельзя. То есть, да, там есть опаска, что закручивая гайку, можно сорвать резьбу. Но я так понимаю, что, допустим, эта кандидатура тоже не рассматривалась на серьезном уровне. То есть там очень много людей, которые находятся возле президента, которые о чем-то ему говорят, и ему приходится отсеивать эти версии, как ты известный знаток, ты понимаешь, как это делается, когда капитан шестерки сидит и думает, елки-палки, каждый знаток о чем-то говорит, у каждого там россыпь этих гипотез, я должен выбрать одну, самую лучшую. В Одесі слідкували за виступами в 16-му році клубу «Зоря». Не можу не запитати і про цю команду. Дуже багато новин. Команда, ну, не скажу, що однією ногою, вона була там в кваліфікації Ліги Чемпіонів, але все йшло до того, поки я не вимкнув телебачення десь за хвилин 20 до завершення матчу проти Десни, нічого не побачив. Не побачив я бажання у «Зорі», хоча там «Динамо» програвала «Колосу». Я вже багато читав, багато чув, але чи є майбутнє у такої «Зорі»? Є майбутнє у європейського тренера Віктора Скрипника в «Зорі». Щоб убити всі конспірологічні версії, я посоветую вам просто посмотреть інтерв'ю Віктора Скрипника. Воно виходить у нас на каналі «Тото таке завтра» або максимум «Послезавтра». Ось це цікаво. Я можу сказати одне, що... Если, скажем так, абстрагироваться от эмоций, у меня тоже было много эмоций, потому что я очень симпатизирую «Заре», хотя, может, журналист не имеет на это права. Команда, что называется, этот матч, ну, этот сезон в целом доигрывала, есть такое футбольное выражение, на ободах, вот просто из последних сил. И если мы немножечко поймем ситуацию внутри клуба, она очень непростая.
Заря, попадая в групповой турнир Лиги Европы напрямую, фактически закрывала большую часть годового бюджета на следующий год. Заря – это команда, в которой президент не вкладывает практически личные средства. Она живет на самоокупаемости. Поэтому для Зари вот эта синица, которую они поймали и схватили всеми руками, она была очень жирной. Побежав за Журавлевым, можно было остаться с каким-нибудь, не знаю, с Перепелочкой или с Голубем. То есть с квалификацией Лиги Европы четвертым местом они не имели права рисковать. Это была очень сдержанная попытка где-то, знаешь, за этим Журавлем там побежать, но еще раз говорю, что прагматизм Скрипника, тренера, который долго работал в Германии, сформировался там, в этой ситуации совпадал с прагматизмом. Хотя, как тренер, Скрипник, наверное, все-таки больше где-то романтик, чем прагматик. Но я еще раз говорю, там были веские основания сыграть более надежно в этой ситуации. По будущему команды я могу сказать то, что я вчера сказал в спецвыпуске нашем экстренном, что Скрипник одной ногой в команде СК Днепр-1, я уже только так ее называю, чтобы болельщики не бросали в меня дротики, да. Хотя мы понимаем, что есть определенная историческая там все-таки связь. Поэтому будущее команды в тумане, я думаю, все-таки это выбор президента клуба Евгения Геллера. Я думаю, что он не разглядел того тренера, который сейчас оказался у него, скажем так, в его команде. Он его недооценил, потому что я бы за этого тренера держался всеми руками и ногами. Ну, тем паче, еще команда, на команду чекает честь, гарантованных матчей и в Еврокубках. Не против там самих там, команд таких найслабших. Ну, це моя думка. А закінчуємо з прем'єр-лігою. Все ж таки, залишили ми час і на лігу першу. Там більше, що в першій лізі є гідний представник Одещини. На жаль, є поки що. Чорноморець Сергія Ковальця. Це не чорноморець Амнангла Червєнкова і не чорноморець при всій повазі там, Остапа Маркевича. Чи слідкуєш ти за нинішнім чорноморцем? Смотри, я, честно скажу, посмотрел более-менее полностью только матч с Ингульцом недавний, потому что мне стало интересно. Я прям вот ехал по трассе Киев-Одесса на неделю, как я надеялся получить отпуск, который не получил, еще ни разу даже не искупался. Ну, и мой друг говорит, заезжай, тут у меня 30 километров дача, посмотрим вместе этот матч. Я таки реально заехал. Да, там местами я боролся со сном после моих 5 часов на трассе, но я скажу, что мне понравилось то, что Черноморец играл с позиции силы, а Ингулец команда очень непростая. Ингулец, кстати, команда, раз мы заговорили о Заре, тренер команды использует во многом похожую схему игры, как и Заря, играет тоже ромбом, играет с высоким прессингом. Ингулец 2 года назад, по-моему, был в Европе одной из лучших команд по показателю интенсивности прессинга. И мне понравилось, что Черноморец играл с командой, которая на тот момент шла, по-моему, первой в таблице. Такие. На выезде с позиции силы. То есть команда создала больше моментов, команда гнула свою линию. В целом я Ковальца знаю достаточно давно. Я хочу сказать, что многие болельщики, многие люди футбольные, с которыми я общаюсь, считают, что по качеству игры это едва ли не лучше, чем то, что было в Черноморце, даже при таких уважаемых мною специалистах, как Григорчук и Дулуп. Но давайте, друзья, не будем сравнивать все-таки уровень первой лиги и высшей лиги, и уровень Еврокубков, там, где надо добиваться результата с очень серьезными соперниками. Ковалец это... Тут есть тоже некая преемственность после Остапа Маркевича. Это тренер, который помогал в свое время Мирону Маркевичу. Он тоже с какой-то стороны его сын с футбольной точки зрения. И он всегда был таким очень мягким, очень интеллигентным. Он тоже предпочитал какой-то такой атакующий футбол. И тренировки у него, насколько я знаю, очень легкие, очень приятные. Некоторые футболисты даже говорят, ну что такое, мы что-то не очень нагрузились. Эй, но команда бежит. Команда играет в футбол интересный, команда играет в него. Да, там есть проблемы, футболисты, допустим, молодые, есть проблемы в переходных фазах, без мяча где-то. Схема, которую он выбрал, это тоже сейчас мало кто играет. Такой маленький инсайт, раз уж ты меня так громко обозвал, да. Алексей Михаличенко. Многие задавались вопросом, почему «Динамо» при нем не играет по системе там, 3 центральных защитника. Он не хотел этого делать, он не чувствует эту систему, он ее не знает, он не хотел залазить в эти дебри. Ковалец залез, потому что он подобрал ту идеальную схему, которая подходит его футболистам. И что мы видим? В хорошей схеме, у хорошего тренера футболисты начинают как-то сверкать. Мы видим их лучшие качества. То есть Янаков... Тебе виднее, ты комментируешь там так. Большую часть матчей, тот же Вагимян, Клименко, интересный тоже системообразующий игрок. Да на этом фоне даже такой монстр, как Зубейко, человек из Еврокубков. Из Европы, так. Не выглядит прям каким-то, да, ну, не знаю, Дани Алвесом. То есть, в принципе, видна тренерская рука. Если у Ковальца будет шанс, если эта команда останется, скажем так, в ведомстве того же хозяина... Все чекало.
Да, это, наверное, следующая, я чувствую, тема нашего разговора, то я бы Ковальца, безусловно, бы, ну, дал бы ему возможности для решения более серьезных задач. Такое питання щодо майбутнього Чорноморця. В сезоні 2021 це буде взагалі нова команда, навіть без Леоніда Клімова, без, взагалі, без, можливо, там, з новими господарями, з новими господарями стадіону? З кожним днем все меньше в это верится, потому что часики тикают, такая женская фраза, но она подходит здесь очень сильно. Почему? Потому что мы все знаем предысторию. Стадион уже официально оформлен американским фондом All Rise, да, и так далее. И сейчас они занимаются регистрацией объекта, то примерно до 10 дней, 14 уйдет время. И есть вторая сторона, это президент Олимпика Владислав Гельзин и его партнер, которые хотят стадион выкупить и впоследствии вести переговоры с Климовым. Это тяжелый путь, потому что у них нет пока, я так понимаю, договоренности с американцами о покупке этого стадиона, и я думаю, что купить его у Леонида Михайловича Климова тоже будет очень непросто, по одной причине, очень коротко скажу. Инфраструктурные объекты практически не принадлежат хозяину Черноморца, а цена за клуб, я думаю, будет выше, чем цена за простую вывеску. В общем, это тяжелый алгоритм для потенциального инвестора в одесский футбол и конкретно в Черноморец. Будемо стежити і за Чорноморцем. Сподіваємося, що наступний сезон буде більш вдалим. Дякую, Михайло, за те, що періодично допомагаєш нам, все ж таки, і телеглядачам теж роз'яснюєш ці футбольні налаштунки. Приходь ще. Спасибо. Успіхів вашому проєкту взагалі. Цікаво спостерігати. Всім теплого футбольного літа. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.